Вася, ну что ты, ни свет ни заря, уже в какой-то очереди. Что с происходит? Айфоном, с ночи стою. Серьезно? Подошел, да. Что, за 3 копейки продают, что ли? Да нет. Нет? Видимо, какой-то дефицит. Дефицит в Америке айфонов, да? Вася, голубой бери. Вася, ну что, с покупкой тебя, да? Алло. Алло. Нас... Да, позвоните мне. Как я выгляжу? Да? Ты выглядишь? А тебе напишут в комментариях, как ты выглядишь. Не слишком, да, не ругайтесь. Красавец. А? Молодец. Красиво, красиво. А для чего? Ногой для чего ты нажимаешь? Там струны соединяются, и звук вполне. А где ты учился играть? Нигде, сам. Серьезно? Красавчик, Вася. Блин, вообще это... Не хватает уже витаминчиков, поэтому решили заехать купить витаминов. И тут Америка, как всегда, удивила, потому что это уже не магазин спортивного питания, а какой-то гипермаркет Ашан. Я ж покажи, пожалуйста, что это за размеры спортивного питания. Обалдеть. Продавцы тоже, видимо, немножко кушают витаминчиков. И все это вот туда все идет. Не знаешь, что взять? Просто спрашивали, что витамины спортивное питание, как вы в Америке. Ну как вам рассказать? Ну примерно вот такое. Вот стенд. Как это тут достать? Люба, давай я поддержу. А как он оттуда достал? Вон, а пустая. Я запрыгнул. Вон пустая. Штангисты прыгают высоко. Вон баночка там стояла наверху. Красавец. Ладно, сейчас будем выбирать. Потом пока. Сейчас я вам покажу цены, которые в Америке на это спортивное питание, и вы сможете их сравнить с теми, которые в России находятся. Сейчас я вам покажу что-нибудь. С первого я начну с самого интересного. Точно?
Три булуш. Вот Animal Pack. Знаменитый Animal Pack. Сколько он стоит здесь? P6 is good. How did it work? Animal Pack. This one, P6 black. Знаменитый No Explode. Сколько он сейчас стоит? 44%. Вот здесь брать его. Лёх, по Валерчику не скучаешь? Да вот тут вот братик нашли сейчас. Вот нашли? Братишки. Валерчика. Максимка, Илюшка. Да. Все стоят, да. А братан, видишь, пустая да, пачка. Это как Валерчик. Валерчика место, спальное ну, место, да? Мы его отдали в хорошие руки. Да. Что, живет во Флориде. Во Флориде. Привет от Валерчика. Ну чё, как? Да вот пару витаминчиков. Нормуль? Да. Подарки пацанам на Новый год? Ну, некоторые, да. Да? Молодец. Ждите. Ждите. Не удивит. Вася, что там сзади палево у нас, да? Димон. Ну, вам пристегнуть. Опа, мусора, я там все. Пристегнулись. Ну, сиди спокойно, Вовсе, я город встретил. Сиди на колени, все, на детском сутке нормально. Scorpio! Yes, он! Нормально. Хорошая машинка. Блин, я бы тоже метров 200 проехал. Ну что, на масло бич? Нормально. Все, сделал, смотри. Ага. Вы не поверите, мы нашли настоящего Деда Мороза. Пожалуйста. Вот так выглядит доктор, работающий здесь. Это Muscle Beach. Это главный качок на Muscle Beach. Дайте масло. Yeah. Yes, son. А, вон у него косяк. Вася дал тоже. Я ушел. Красавец.
Обалдеть. Ничего себе. Парень не из кроссфит случайно? Ну что, показали его пару дней назад. Это замечательное место, легендарное место с высоты птичьего полета. Теперь мы приехали потрогать это все собственноручно, посмотреть изнутри. Мы на Muscle Beach. Вот здесь на соревнованиях двушечку порвать, да? Да, там ставят помост и проводят соревнования, да. Кто-то там? Ара! Красавец! Пойдем качаться, Вася! Здесь надо качаться! Вот такой вот он Muscle Beach. Слышь, ну так себе тренажерчики-то, конечно, да? Да, зал закрыт. Холодно, конечно, зима же. Арнольд качался там внутри. И многие знаменитые бодибилдеры тоже. Это уличный. А вот так летали мы. Васек, вон вертолет летит. Точно такой же, как и мы, да? Летали. Класс. Пару дней назад. Санта-Моника. Здесь, конечно, все очень красиво, но сейчас здесь зима. Мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы вернуться сюда летом с семинарами. Но еще нас здесь ждет много интересного, так как самые красивые девушки с самыми красивыми телами находятся и гуляют именно здесь, по этому побережью, как вы там много раз смогли видеть в голливудских фильмах. А готовятся они к выходу на этот пляж именно в Muscle Beach. Вася, ты будешь танцевать? Я
А лыжи не, лыжи не ешь? Нет, или я. Часто мы наблюдаем за эту картину. Ну что, она зависла же? Она зависла. Она зависла. Вот это она думала, так думала. Думала, так думала. Трубку мира, блин. Ветер с моря. Ловит, блин. Это и называется, ждем ветер с моря. Ну что, вот и закончился наш тур. Я надеюсь, первый тур в Америку. Хочется поблагодарить всех. Очень хорошо встретили. С наступающим Рождеством. У вас 25-го Рождество, у нас через неделю Новый год, мы поедем отмечать. Конечно, тоже хотелось всех поздравить с наступающим Новым годом и с Рождеством, пожелать всем всего самого наилучшего. Удачи, успехов, и пусть следующий год будет чуточку лучше, чем этот. И думаю, что этим самым мы будем процветать. Thank you so much to all Jeans wherever was. Merry Christmas. Merry Christmas. Yeah. Спасибо, что смотрели нас.